В декабре стартует студенческая олимпиада «Я профессионал», которая пройдет в два этапа – отборочный и заключительный. Заочный отборочный этап олимпиады пройдет с 1 по 10 декабря. Задание будет представлять собой тест из 30 различных вопросов. В каких-то из них нужно будет выбрать один или несколько вариантов ответа, а где-то сопоставить правую и левую колонку. На выполнение дается 2 часа. По результатам теста будут отобраны те, кто примет участие в очном этапе. Олимпиада пройдет по 27 направлениям от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Задания и кейсы разрабатывают научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Цель олимпиады – предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях-лидерах российской экономики. В интеллектуальном соревновании смогут принять участие бакалавры, специалисты и магистры. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. По итогам олимпиады появится единая национальная база «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться крупнейшие работодатели страны. Университеты из 30 регионов России уже заявили о готовности поддержать проект в качестве партнеров и предоставить площадки для проведения олимпиады.